Как это начиналось? Это покрыто мраком. Первое, что я сказал, лед тронулся. Сказал, а послушайте, что говорит Колбин. Это вы заварили все. И это очередная неправильная информация. Политиков нельзя ждать искренности. За этими обоими событиями кто-то стоял? Кто этот человек? Он жив по сей день, и он среди нас. Подписывайтесь на Айран. Ссылка в закрепленном комментарии под видео.